всем, друзья! Мы едем с вами в спортивный магазин Decathlon. А сейчас немного драйва. Одной рукой немножко неудобно, но ничего, нормально. Хорошо. Увидимся позже. В общем, находимся мы с вами в Декатлоне. Я в маске, поэтому звук будет, наверное, приглушенный. Вот, здесь продают всякие палатки, все для спорта. Все для путешествий, всякие матрасы. Ну а я, конечно, что искала? А я искала средства, как накачивать бассейн, и нашла. Вот он. Он, значит, на батарейках. Заправлять можно его. Вот. И накачиваешь себе за 3 минуты. Красота. Вот это такой ногой качать, вот этот, но это ерунда. Вот этот от сети тоже не надо. В общем, я купила и довольная. Вот всякие лодки, матрасы. В общем, огромный спортивный магазин. Ну и я уже все, скупила все, что нужно. Да. И бездельникам досталось кое-что. А что бездельником будет? А вот что будет. Один чаку, один бездельником. Вот. Ну все, идем на кассу. Тут всякие продукты для бодибилдинга. Всякие штучки. Вот как-то так. Пока. Скоро увидимся опять. Через какое-то время. Ой, я уже по-итальянски. Ребята, недаром приходит во время еды аппетит. Вот сколько я накупила. Целую сумку. Здесь на входе, видите, дезинфектанты. Все люди, значит, пшикают на ручки и заходят в магазин. Я в перчатках и в маске. Вот. Ну и, конечно, проверяют температуру. Все, я еду домой. Все. Пока-пока. А вот и секьюрити. Да, тоже в маске. Весь в татуажах. Классный. Ну, давай. Он аж трясется. Давай. Что это за мячик такой, Чак? Новый. Маленький. Мам, я теперь не знаю, как с ним играть. Он почему-то под воду уходит. Ой-ой. Мам, смотри, он тонет. Как же я его возьму? Утопил его. О, схватил. Чак, нет. Все, забрал. Ну все. Лучше с большим играть. Этот он быстро может схватить. Все, теперь он мне его не отдаст. Все, погнал. Сейчас будет трепать его. Ай, ну
Вот, как-то так. Вот так день у нас сегодня и проходит. Чак довольный, новая игрушечка. Счастлив. Да, Чаки, что это у тебя такое? Дай маме, дай. Дай, принесешь, нет? А там эти пупырышки. И он это... Ему нравится. Удобно брать зубами. Вот такое приобретение. Немножко Чаку развлечься тоже. Надо иногда новые игрушки покупать. А то им тоже надоедают старые. Вот. Счастье сколько. Ай, Чаки. Мама снимает видео. Что ты делаешь? А ты мешаешь. Мама, мне нравится. Классный мячик. Класс. Мама, спасибо. Ну все, пока-пока. Вот теперь точно всем пока. Пока.